Всем привет! Нахожусь возле универмага центрального. Сегодня 24 июня 2023 года. Это улица Покровская. Там улица Фомина. Это Московская улица. Сквер танкистов. Немножко постудился, поскольку пил холодную воду. Не пейте холодную воду в жару. Это дом быта. А зачем я этот ролик снимаю? Потому что я вчера снимал с той стороны моста Красного, как идет работа. А сегодня хочу снять с этой стороны. И кроме того, посмотреть с середины. Там тоже есть кое-какие изменения. Сейчас я зайду на мост и посмотрю, покажу вам, вернее, как выглядит середина моста, которой пока еще, можно сказать, нет. Это интересно. Вот, так что пойдемте посмотрим. Так, ну для начала давайте, наверное, залезем на этот, на блок и посмотрим за забором, раз нам так любезно строители блок подставили, что мы можем тут залезть и посмотреть, и даже походить немного. Видимо, бытовки всякие, рабочие ходят, кран стоит. И больше ничего мы тут особо не видим. Вот, ходим по периметру, смотрим. Кран стоит. Облачная погода, поэтому съемка особо хорошей не будет. Так. Вот кто на меня. Кто на меня возвысил голос. Так, пойдем. Охраняют хорошо. Молодцы. Так, идем мы на мост, на пешеходный, временный. Будем оттуда смотреть на середину Красного моста, на предполагаемую, потому что ее там еще нет. Так, вот с этой позиции можно вот что увидеть. Ох, какие вот красивые -то опоры здесь. Слишком привлекать все внимание не хочу. Поэтому как-то так. Облачность какая-то.
Жалко, совсем недавно солнце хорошо светило. Звенят колокола Богоявленского собора, видимо, на службу приглашают. Сейчас мы поднимемся на пешеходный мост. Да, решил я сегодня дополнить вчерашнее видео, поскольку самое интересное это центральная часть моста. Так. Давайте посмотрим. Вот так это выглядит на текущий момент. Обрешетка из арматуры. Потом, наверное, будет штукатуркой. Штукатуркой эту арматуру закидывать и рисунок делать. Чтобы получилось примерно как вы видели. Вот так это все выглядит, смотрите. То есть середины моста еще нет фактически. Вот здесь он заканчивается с берега железнодорожного района, он заканчивается здесь. Мост. Так, идем дальше, еще немножко там посмотрим. Ну там у нас место слияния Оки и Орлика. Набережная Дубровинского. Парк Орловской крепости называется. Я не очень люблю делать паузы, потому что это как-то прерывает целостность восприятия. Не потому, что мне трудно пальцем нажать, а просто не люблю. Пусть лучше ролик будет чуть подлиннее, зато целостный. Так, вот так с этой стороны это выглядит. Это технический катер. Да, как видите, середины у моста у этого пока что нету. Это выглядит вот так. Вот.
Ну, собственно, все мы посмотрели, что хотели. Я, по крайней мере, что увидел, то и снял. В чем, собственно, и суть работы блогера? Что видим, то снимаем. Что вижу, то пою. Так что нет пока у Красного моста, середины. Выходим, наверное, на свет уже. Ролик получился довольно-таки исчерпывающий. И совесть моя спокойна. А то как бы вчера снял часть моста с Заводского района. А железнодорожного и середину-то моста, самый лакомый кусочек, не снял. А теперь вы его видели. Вернее, ее, ту самую середину Красного моста, которой пока еще нету. Надеемся, что она здесь появится. Вот как штукатурят эту арматуру. Расписывают, разводят, разводка называется. Вот. Там у нас купальня, заросшая довольно-таки. Богоявленский собор. Все, спасибо за просмотр. Если понравился этот ролик, ну, как обычно, поставьте лайк. Напишите комментарий, поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Подпишитесь на канал из Орла. А также можете пополнить баланс моего сотового телефона 8 920 889 20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. Надо сказать, что было облачно, поэтому съемка не очень получилась. Вот если бы я отключил стабилизацию, получилось бы получше, но изображение бы дрыгалось. Поэтому как снял, так и снял. В следующий раз, может, будет солнышко, сниму получше. О, что это здесь такое? Холм какой-то зеленый. Это растительность такая буйная, что ли? А, это, наверное, можжевельник. А, это можжевельник такой тут разросся. Классно. Или что это? Горный кипарис. Я забыл, как это называется. Классно. Куст такой в полтора роста. Ну все, до новых встреч.